морской спит в тумане меж сопками, сходит на улице утренний свет. Стоицын России, столица приморская, Владивосток, уж не счесть сколько лет. Стоицын России, столица приморская, Владивосток, уж не счесть сколько лет. Город хранят и года, и столетия, ходятся здесь 100 дорог, 100 путей. И на просторе в и смелых людей. И на просторе в своем море трудится порт, город сильных и смелых людей. Нас миллионы и на бытия, мощи отваги нам не занимать. Владивостокскою мудростью полнится наша красавица родина. Они познакомились больше 30 лет назад. В 2000-х судьба свела их вновь. И вот на протяжении уже 10 лет они дарят жителям Владивостока свои музыкальные произведения. Это передача «Время говорить». Меня зовут Евгений Черемухин. И сегодня у нас в студии действующий концертмейстер вторых скрипок, женская половина супружеского тандема Елена Ивановна Гаврилова. Здравствуйте. Здравствуйте. И человек, являющийся автором и композитором, разработчиком идей супружеского тандема, строителем и почтальоном и весьма разносторонним человеком Александр Борисович Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы узнать о вашем творчестве и о том, что вы сделали за последнее время в этом деле. Начав издалека, я должен сказать, что все, чем мы сейчас обладаем, мы обязаны, конечно, Елене Ивановне. Ее упорству, таланту, ее знанию музыки, знанию всех внутренних законов, которым подчиняется музыкальная среда. Ну и в качестве супруги, конечно. Ну вот. А что мы создали с тобой в последнее время? И благодаря этому в последнее время нам удалось первое – это написать песню. Она называется «Торжественная песня».
музыка моя, слова наши с Леночкой. Написать на нее клип. Да. Клип выполнен красочно, профессионально, с видами города. И поскольку Елена Ивановна вот уже 45 лет играет в нашем Тихоокеанском симфоническом оркестре, а я часто бываю, я очень люблю этот коллектив и очень часто бываю на репетициях, концертах, на встречах оркестра со зрителями. Вот. И однажды меня осенила идея написать стихотворное произведение. Вот. Я, надо сказать, грешу этим делом уже издавна. Вот. И мне удалось написать стихотворное произведение, которое я назвал «Посвящение Тихоокеанскому симфоническому оркестру». А где-то можно найти, допустим, на каких-то ресурсах? Все здесь есть. Нет. Все есть. Я имею в виду в каких-то открытых источниках для обычного человека, если он захочет ознакомиться. А, да, конечно. Дело в том, что когда я прочитал это произведение перед лицом оркестра, им настолько понравилось, что они вынесли его на сайт Приморской филармонии. Семь нот. А сколько вариаций уже на нотный лист легло? Мелодий, темпов, интонаций сквозь время быстрое прошло. Но все же полнится лукошко из года в год, из века в век. Свободной мысли нет предела, и сочиняет человек. Репертуар оркестра многолик. Легко бросает на полотнище любые краски. Не существует сложностей, границ, и музыкальные ему к лицу любые маски. История – рисунок бытия на ткани времени. И тут не счесть талантов. И мы склоняем голову пред ней, о память прошлых поколений музыкантов. Будь славен, милый сердцу коллектив, будь славен путь, проделанный тобою. Внимание, выходит дирижер, взмах палочки и музыка со мною. Я так понимаю, вы занимаетесь регулярной какой-то концертной деятельностью. Хотелось бы об этом узнать побольше. И сколько это уже продолжается? На протяжении вот последних 10 лет мы выступали, сейчас, собственно говоря, так не особенно, а вот до этого что-то года самозапоминающее. Мы были частыми гостями в Седанкинском доме престарелых. Вот. Нас приглашали с концертами в пионерские лагеря. Вот. Поскольку у нас есть детская программа. Есть детская программа, шансон, песни и музыка лучших композиторов 20 века. Скажем, есть такая программа «Музыка и песни» из репертуара Хиля и Магомаева. То есть у вас есть несколько концертных программ под самую разную аудиторию? Совершенно верно. И в нее входят свои собственные песни? Конечно. Елена Ивановна, хотелось бы узнать у вас женский взгляд, так услышать. Как вы познакомились, расскажите. До вас мы тоже дойдем. Сейчас хотелось бы услышать женский взгляд на это. Мы познакомились очень удивительно. Дело в том, что я работала в симфоническом оркестре и заодно подрабатывала в 80-е годы в доме моряков, во дворце моряков. И там как раз был новогодний концерт для дальневосточного пароходства. И в нем принимал участие Александр Борисович Иванов. Он как раз там пел. А мы аккомпанировали, ну, не только Александр Борисович, там еще некоторые были исполнители.
И через некоторое время, когда мы где-то час отработали, у нас был перерыв. Вот. Это было где-то, ну, наверное, с полчаса был перерыв. Потом мы должны были опять развлекать публику. И вот в этот перерыв мы как раз и познакомились. Александр Борисович на меня как-то вот обратил внимание, хотя женщин было достаточно много. Ну, мы потанцевали, пообщались, поговорили, потом еще раз выступили, потом еще раз пообщались. Вот таким образом мы познакомились, и когда уже все закончилось, уже вроде как часа 2-3-4 ночи было, мы получилось так, судьба нас развела по разным такси, и мы уехали, Александр Борисович, к себе, а я к себе, и 20 лет мы не встречались. 20 лет. 20 лет мы не встречались. И продолжение истории это хотелось бы услышать уже от вас, Александр Борисович. И что было через 20 лет? Что случилось? Точнее сказать, через 22 года. Через 22. Хорошо. Да. Мы совершенно случайно встретились на улице. К тому времени мы уже были свободными людьми. Ну и вот, видимо, судьбе. Вы сразу решили найти общую точку соприкосновения в музыке? Либо это случилось позже? Нет, конечно, это случилось позже. Нет, Александр Борисович... Почему? Потому что к тому времени мы еще не знали друг друга так досконально и близко. Почему? Потому что, ну, что такое провести вместе несколько часов новогодней ночи? Ну, да, и все. О чем тут говорить? А тут уже, вот, коль скоро нас уже свела судьба, вот, вдруг выяснилось, что у нас очень много точек соприкосновения. Очень много. Мало сказать, что мы похожи друг на друга. Вот. Ну, все семейные пары похожи друг на друга. Вот. Но у нас есть очень много похожих, аналогичных черт характера, пристрастий. Мы смотрим в одну сторону. Ну, практически мы смотрим в одну сторону, как два тигра на этом. Но, безусловно, я вижу перед собой очень разносторонних и творческих людей. Как я понимаю, Елена Ивановна, вы по образованию музыкант изначально, да? Вот об этом хотелось бы узнать. Профессиональный музыкант, да. Ну, я работаю в Тихоокеанском симфоническом оркестре. Раньше он назывался Симфонический оркестр Приморского радио и телевидения. А потом так сложилась судьба нашего оркестра, что мы перешли в филармонию и теперь стали оркестром при филармонии, при Приморской. И называемся Тихоокеанским симфоническим оркестром. Там я веду группу. То есть вы работаете там по сей день? Конечно, до сих пор работаю. Хорошо, Александр Борисович, а как у вас получилось прийти в музыку? Я так понимаю, вы имеете не одно или не одно даже образование. То есть вот каков ваш жизненный путь был? Как вы пришли в творчество? Я строитель с 35-летним стажем. Казалось бы, и да, начинал, это такая и начинал техническая... я строителем, собственно говоря. Начинал я строителем, работал на рабочей марке, вечером учился. А когда закончил, у меня уже была семья, дети. Когда закончил, уже работал мастером, прорабом, начальником участка, начальником стройгруппы, инженером-проектировщиком, заместителем директора по строительству. Все было. По вечерам ходил, вот, занимался. Но я никогда не бросал пение. Да. Вот. А поете вы? Пел я всегда. Пою я с пеленок. Сколько себя помню. Во-первых, значит, в первом классе 19-й средней школы я заработал первое место на школьном конкурсе чтецов. Читал стихотворение «Зинка и резинка». Вот. И, честно говоря, заработал первое место. А вот на сцену в качестве солиста, в качестве певца, меня впервые тогда, в те годы, это было начало 50-х годов прошлого столетия,
Меня вывел заслуженный артист республики, профессор Вячеслав Семененко. Славик тогда у нас в школе был аккомпаниатором. Вот. Затем я пел везде, всегда. В школе, в армии, вот. После армии. Я занимался на базе Дома офицеров флота в вокальной студии профессора Воронина Владимира Валентиновича. То есть помимо этого вы еще пытались самообразовываться еще и в музыке, помимо основной совершенно работы? Совершенно верно, да. Так что это дело я люблю, и это дело я не бросал никогда. Ну а один из клипов необычного музыкального коллектива и по совместительству супружеского тандема вы увидите после короткой рекламы. Прекрасные осени, зима и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенела соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и в снегопад, и в дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Час рифтов, в ком это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остался вечно молодым. Мы любим наш с тобою старый город, который вечно и красив, и молод. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой? Пусть будет он всегда, как солнце светил, пусть в нем всегда растут сады и дети, пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и в снегопад, и в дождик проливной, деля на свете все и не. Час рифтов, ком это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остался вечно молодым. А у нас в гостях музыкальная супружеская пара, чья музыкальная карьера основана не на деловых контрактах, а на настоящей любви. Итак, возвращаясь к теме вашего творчества, вашего совместного творчества, хотелось бы узнать о том, есть ли у вас какие-то композиции уже записанные, в какой они форме присутствуют и можно ли их найти в сети, допустим.
Первые наши клипы... Клипы. То есть можно найти клипы в интернете. Совершенно верно. Первые наши клипы мы создали еще в 2011 году. Кстати, на первом из наших клипов, которые звучат... «Наш город». «Наш город». А в каком году он был? Есть. В 2011. В 2011. Вот. Есть исторический кадр. Почему? Потому что песня заканчивается круговой панорамой, и эта круговая панорама упирается в недостроенный мост золотой. Вот. Затем мы написали клип на песню «Усталая подлодка». Вот. Писали ее там же, недалеко, рядом с подлодкой. Вот. И, наконец, третий клип мы написали на песню «Старый клён» Пахмутовой на набережной. Вот. Все это вот можно увидеть в Ютубе. В интернете. А как пришла вообще идея снимать именно клипы? Вот. Это, казалось бы, такое затратное мероприятие. То есть это нужно подготовиться, съемочную группу, там, записать аранжировку, чтобы все это было синхронно. Совершенно верно. Правильно говорите. Да. Эта штука затратная. Вот. Мало того, сказать затратная, она еще и очень хлопотная. Состоит из нескольких постепенных шагов. Вот. Нужно написать музыку, слова, наложить голос. Фонограмму. Аранжировку. Фонограмма с аранжировкой. Вот. Затем Скажите. Видео. Вот. И затем уже свести все воедино. Угу. А вот подробнее о технических моментах, может быть, у вас хотелось бы узнать. Как происходила вообще запись этих всех аранжировок? С чего все начинается? Я так понимаю, вы как музыкант за свою жизнь приобрели немало знакомств, и у вас есть с кем это, может быть, партнерские какие-то отношения? Кто-то вам записал аранжировку? Как вообще приходила в голову мелодия? Откуда это все бралось? Вот об этом. Просто у меня подруга вместе с мужем, у них есть студия звукозаписи. Они музыканты и давно занимались именно записью различных музыкальных тем, различных музыкальных материалов. Я обратилась, попросила. Это Петровы, Маргарита и Вася, мои знакомые, очень хорошие. И они нам помогли записать, аранжировать, сделать очень интересную такую аранжировку. Я в данном случае говорю о нашей торжественной песне, которая посвящена нашему любимому городу Владивостоку. Я так понимаю, она в 2017 году вышла. Она написана была немножко раньше, но именно клип готовился в 2017 году. Там замечательные виды города, и мы при том с любовью к этому отнеслись. Постарались самые лучшие перспективы так посмотреть, показать вернее. Вот. А записывается она достаточно очень сложно. И, во-первых, это не только творчески затратно, это затратно еще и финансовом отношении. По времени. Вот. И по времени, да. И потому... днем, и ночью. Вот сколько у вас ушло на создание песни, от момента написания текста до вышедшего вот клипа? Полгода. Где-то полгода, да. И вы вот денно и ночно работали над этим всем? Да. А сколько там использовано инструментов? Ну и вот... Но дело в том, что сейчас это мы зайдем просто в такие дебри музыкальные, потому что сейчас пишется в основном на синтезаторе с использованием настоящих звуков, допустим, скрипки, скрипки, виолончели, трубы, тромбона. А потом уже это все делается в электронном виде. Поэтому это очень сложно. Так, а какие-то творческие планы на будущее есть в плане записи, может быть, новых клипов, которые Конечно, мы сможем увидеть? Конечно, есть. Мы сейчас уже пишем две песни. Вот, в стихотворном отношении Про что будут эти песни? О чем они будут? Или это пока нельзя раскрывать? Ну, почему можно? Эта песня, в принципе, она нас тронула, знаете почему? Потому что есть такое стихотворение Александра Сергеевича «С любимыми не расставайтесь», автора забыла.
И это стихотворение очень такое, оно, по-моему, звучит и в фильме у Рязанова. И как-то мы вот именно с этой темой связана наша новая песня, угу. Будем так говорить. Это одна новая песня? Да, одна пока. Есть. Вторая еще не готова, почему? Вторая еще только она... Нет, ну мелодия-то в принципе есть. Вот. Это я написал вот про Елену Ивановну. Ну это вторая песня, да, да. То есть вам пока нельзя вообще даже первая, знать, пока первая готова, просто да? У нас тут проблема такая вышла. Написала я стихи, написал Александр Борисович свои стихи. И мы просто никак не можем определить, что нам бы хотелось именно вот выразить. Он свою точку зрения имеет на вот эту песню. Вот тут хотелось бы узнать, как происходит диалог? Я так понимаю, творческие натуры люди, это люди созидатели, да? Да. И каким образом происходит вот это нахождение точек соприкосновения относительно того, как решить, какой будет песня. То есть это какой-то консилиум, какое-то голосование, какие-то аргументы за и против в виде таблиц, может, каких-то, я не знаю. Нет, как я это происходит? Думаю, что это все-таки аргументы за и против, и притом достаточно такие весомые, потому что люди мы достаточно взрослые уже оба, и, конечно, прислушиваемся друг к другу. И если один кто-то не прав, то почему бы не прислушаться к другому мнению и не взять его себе на вооружение? То есть вы руководствуетесь здравым смыслом, да, в первую очередь? Да, да. Потому что творчество... И побеждает все-таки более эффектные варианты. Ну, конечно. Эффектные, более приемлемые. Ну, это да, конечно, да. Вот так я бы сказал. Mm-hmm. Все равно побеждает правда, так или иначе. Да. А когда планируется выход этих песен? Примерно. Никто не знает. Пока невозможно сказать. Вот как сверху упадет. Это вот там, да? Вот. Когда сверху падает, вот, пишется мгновенно. В одну секунду. То есть это такое разноускоренное движение. Не равно, а разно. Да, да. Совершенно верно. Да. Угу. А что касается не только клипов, но и концертов, так как вы являетесь действующей творческой единицей такой, да, оба, когда планируются ли концерты? Ну вот сейчас мы готовим новую программу, вот, и в первую очередь, конечно, мы ее хотим показать на Седанке, угу. Вот, в доме престарелых. Я думаю, что в марте. В марте, да? Да, где-нибудь в марте. Да. Вот. Но это как новая программа? Это будет ретро-программа, и туда войдет все лучшее. А потому что и называется «Все лучшее», да. Исполненное за 10 лет нашей совместной деятельности, да, творческой. Да. В ходе нашего неформального общения до передачи вы обмолвились тем, что пишете небольшие зарисовки стихотворные. Да. Не могли бы вы что-то из этого нам прочитать? Кто не хочет жить, пусть пьет. Водка – яд. Не подведет. Ну и скажем такую мою любимую. Ни скипетр, ни мантия, предмет величия царского, в сравнении даже не идут со шляпой у боярского. А у нас в гостях был творческий супружеский тандем Александра Иванова и Елены Гавриловой. Увидимся на 8-м.